В родовую свадьбу. Разговор двух дам в аэропорту города Челябинск. В то время, когда там совершали посадку самолеты разных направлений по случаю непогоды. Я не поняла. Вы заказали? Нет, не приходил еще злодей. В этих ресторанах привокзальных нас и не считают за людей. Я во Владик жму из Ленинграда. Да. Да? Муж там без меня на стенку влез, а вы... Нет, Владик и даром мне не надо. Я у Мацесу сбросит лишний вес. Излишний вес, он словно бес. Он цепко держит наши органы в осаде. А также виден он и спереди, и сзади. Чтоб он исчез, излишний вес. Встаньте, дорогая, и пройдитесь. Ой-ой-ой, вот тут у вас висит крошка, ремайон-то бегите. Еле помещаюсь я в такси. Ага. А вот говорят, масластым нет проходу. Чё? Пышных сейчас не очень говорят. Фу. Крошка — это западная мода. Да? Наш то, что имеет, то и рад. Излишний вес, он словно вес. Он цепко держит наши органы в осаде. А также виден он и спереди, а сзади, чтоб он исчез. Излишний вес. А я вам говорю, не ешьте на ночь. После 18 все, антракт. Да. Да. Ну а если гости к нам нагрянут, это ну как... Как сейчас? Да. А гости пусть рубают, что хотят. А, вот как. Да. А, вот еще надо съездить в город Мелитополь. Что я там забыл? Мам говорит, там супер за один. Выпьешь, сразу станешь стройной, как дома. Артист Никулин Валентин. Излишний вес, он словно бес. Он цепко держит наши органы в осаде. А также виден он ни спереди, ни сзади. Чтоб он исчез, излишний вес. Ну а эти, извиняюсь, йоги? Крошка, это ж сумасшедший дом. Да? Я однажды завернул ноги в позу лотос, так еле развязал их потом. Сам будь он не ладен. Вон он приближается, злодей. Будьте добры, пожалуйста. Так, да. Сюда, пожалуйста. Мне 4 порции оладий со сметаной. А мне картошки, пиво и сельдей. Излишний вес, он словно бес. Он цепко держит наши органы в осаде. А также виден он и спереди, и сзади. Чтоб он исчез, излишний вес.